Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Квантум, и добро пожаловать сегодня та самая игра, где проигрывать совсем не больно. Ведь проигрывая, ты получаешь бонусы для доминации над победителем. Это раунд, ты его просил, ты его ждал, встречай. Желаю тебе приятного просмотра, мы будем начинать, поехали! Так, ну смотри, что здесь выбирать? Комбайн, увеличенный дамаг, минус 2 пульки и время перезарядки увеличивается. Дазл, это вообще дазл, пазл, дефендер нафиг. Ну смотри, здесь больше хп и кулдаун блока тоже уменьшенный. Поэтому я что, наверное, возьму... Одни плюсы, получается. Конечно, я возьму одни плюсы. В самом начале нужно брать одни плюсы. Бери дефендер. Так, а я себе возьму, конечно, пользу. Это вот эти бактерии твои, что ли? О! Квантумет, ты драться идешь? Фозен-то бактерии долбучие. Ну и что? А нафиг меня этими глистами своими заражать-то будешь? Заражай себя глистами. А, тут пробел, бляха-муха, это опасно. Ага. Тебя стена раздавила, плюс балл, у меня хорошо живем. А, тут до 2 побед. Ну да. Слышь? А что это за... Слышь, а паразитов своих нафиг убери. Я попал или нет? Паразитов убирай своих. Нет, чавкают паразиты, фу. Да ты глистявый, Димон. Я воняю. Я впервые рад этому. Да ты глистявый, иди нафиг. Слышь, ты должен пахнуть. Да я и так наполовину воняю уже. Что ты от меня хочешь, видишь? Ты должен помирать. Бедный кот. Да ешь ты нафиг. Да как тебе попасть? Что перезарядка-то? А я что, провонялся, что ли? Фу. Я тебя зафаршматил. Ой-ой-ой. Я чуть не сдох. Ой-ой-ой. О, я попал тебе впервые. Я молодец, я победил. Блин. Ну а нафиг. Победа. Ну ты помнишь, слышь, что это за игра? Так, скин. Я помню, что это за игра. Конечно, сейчас мы будем выбирать. Будет проигрывать, будет выбирать себе улучшение, а я буду страдать. Квикшот. Блин. Ну, кстати, да, наверное, спрей здесь выгодная тема, потому что... Сейчас он будет 12 бактериями, а ну выстрели. А. Ты что, дурак, что ли? Я еще и попал! Чё за хрень? Ё-моё! Трындец! Блин, и как тут... Как их... Да сдохни ты! Да! Есть, убил! Слышь, а мне эта хрень вообще дамага не наносит. Да ты что, это 12 штуках. Ого, небезопасный какой. Да фу, нафиг таким быть вонючим. Ну все, я сдох, кажется. Упёрдыш такой. Вот ты упёрдыш, реально просто заразил листами бедного чувака. Тебя заражать, да меня это бесит, дали фигню какую-то. Ну все, блин, уже опять зацепил бактерий. На, нафиг! Ты попал, я же сел! Так, ты хорошо, опять проиграл, что ли? Ты опять выбираешь. Ты просто проигрываешь и... Возьми хоминг, пусть твои штуки преследуют меня. Блядь, это будет угарно. Это трынь, а ну выстрели. Ой, я убил. Трындец! Они нет, эти не следят вроде. Они следят! Блять, посмотри, что я сделал! О, победа! Господи, дайте мне выиграть! Они все тупо в меня попадают теперь. Жесть, какая жесть. Трындец просто! Да и в меня все летят! Ты меня бьешь просто так, понимаешь? Мне нужен дамаг, срочно! Трындец ты? Обалдеть! Есть, тупо есть, все 12 попали, я сдох. Вообще так, слышь, жестко. Хватит мне помирать. Да блин, они вообще все меня убивают. Это что за фигня? Опа! Мышь, ты не посмеешь! Ты не посмеешь, Квантумец! Нет! Это повторюха! Блин, что тут делать? Как тут быть? Как же здесь жить? Ой-ой-ой! Да, ты, да, да, да! Ты меня просто жираешь, типа, одним попаданием? Двумя! Ну, может быть, двумя.
Да трындец же, а. Да трындец, оно съело меня, зараз. Чавкало меня, понимаешь? Чавк-чавк меня. Да где ты там? Ты погибнешь, Димон, есть. Ахамуха! Вот такие карты меня бесят, слышь. Так ты вообще посмотри, у тебя сколько улучшений? 4 улучшения, у меня 2 всего. Ой, это что, стена? Это стена. Ледяная стена, ага. Как? Сколько? Да ё-моё, да что такое за игра? Жесть, меня, конечно, уносит. Смотри, как я ухожу сразу. Смотри, как я ухожу, с хп с тобой одинаково. Все, жопа мне. Повезло, мне очень сейчас повезло. Думаешь, это везение было? Бляха, что ты сделал? Победа, ты разрушил все под собой. Давай, рематч. Poison хорошо, брали его. Это хорошо. Это хорошо. Это, типа, вообще бесполезная штука, когда она вверх стрельнуть нормально не может. И, типа, приходится идти вплотную, и ты меня нагибаешь. Ну, конечно, Big Bullet мы лишь не делаем. Вот здесь вот слишком все очень... Ну, прям паразит. Вот это прям про меня. Да ты лох! Как это сделать? Что за лох? Чего? Чего? Это какой-то супер удар, как будто. Как будто бы думаешь? Слышь, ты достал! Не попал, а я попал. Сука, да ты можешь вперед идти атаковать, чудак, сизу моей спиной. Трактат войны, просто. Все, хорошо. Что ты защелкал по клавиатуре? А ты на блок ставишь как-то? Да, я правой кнопкой мыши блоком пользуюсь. Блять, а как ты успеваешь так нажимать? Ну вот так вот. Как же тебе везет-то? На нафиг, победа! Везет, я просто везунчик! Супернова. О, возьми, что это такое? Poison, паразит, бомб, эвэй. Да что-нибудь другое, да ты достал. Бомб, эвэй. Че, Димон, как дела? Хреново. Думаешь? Да иди ты нафиг! Со своими паразитами. Че ты внизу там сидишь, засел, а? Зря какой-то довольный, не то что ты. Так, да как же тебе везет-то? Я не понимаю, откуда столько везения в тебе в таком маленьком? На нафиг. Что это было? Блять, хорошо, я тоже буду сверху сидеть, блять, и не идти драться. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот. Что это было? Что за несправедливая ситуация? Я тебя нашкодил просто. Да, так и было. Ты чё? Я ж тоже могу ящиками кидаться. Да почему? Я по тебе вообще ни разу не попадаю, понимаешь? Это больше твоя проблема, чем моя. Сижу, обосран, блядь. Бонс, дикай. За то, как много у тебя бонусов, Димон, ты там не рад разве? Блядь, у меня бонусы, как в Яндекс.Такси. Вообще, в Яндекс Плюс подписка. Вот сейчас мне реально повезло. Я попал сейчас? Вот сейчас мне повезло, я отбил твою пулю. Да ты все мои пули отбиваешь! Вау, нифига себе, блин! Ты один раз мне попал, я сдох! Да, но только это первый мой раз за сегодня. Фу-фу-фу, Боря, фу, не чавкай меня! Ну ладно, первая иди победа. Иди тут бонусы поработай, блядь. Поищи, так сказать, для себя что-то новое. Ну давай возьму эту по приколу. А, иди. Ни хрена у меня патроны. Что это за хуйня? Ты сдохни ты, блин, я тебе на голову залез же. У меня даже лагать начало, чтоб ты понимал. Взял, разрушил все, тебе не стыдно, скажи мне. О, я проиграл. Ну смотри, да, это неплохо. Ну, Димон уже счастлив. Куда еще, блин, больше, чем мне опять это дали? Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе дают одно и то же, считай. Прикинь, еще я больше. Я сейчас хп буду воровать. Мы только начали, а ты уже воровать? Осуждаю. Потому что, ну,
Да хватит, блядь, что это за... Как ты это включаешь? Да ну нафиг! Да ну нафиг! Один раз попал, я сдох навсегда! Да, 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 да. Опрометчивым решением было брать эти скоростные пули. Да трындец же, а. Ну все, я сдох. Нет. Да хватит чавкать, у меня хпшечки мои. Ох ты, блин, не повезло. Или сейчас зачавкай меня до смерти, не чавкай меня. Фу, слава богу, я думал, я проиграл. Так, а я-то, Дима, победа. Хорошо. Победа, нет, мне скорость больше не нужна, честное слово. Мне понизить бы скорость. Слово-то вроде слабее как-то. Нормально. Типа, слово в може. А что за х**а на башке? Отвлекающий маневр. Наконец-таки. Ага. На нафиг. Ну я по тебе попал тоже. Я по тебе тоже попал. Бесит, но ты ведешь, ты теперь ведешь. А кто хочет драку тогда? Ты не хочешь бой! А что я хочу тогда? Ну ты сейчас можешь вообще выиграть. Смотри, как хорошо у тебя все идет, Димон. Смотри, какая у тебя просто. Как это такого-то уворачиваться-то теперь? Ага. Димон, просто Димон Димоныч, такой кекич синий мамонгасовский посреди ходит. Ты чё сделал? Это чё за хрень была? Я такого не ожидал. Ты чё за русский фейерверк-то нафиг? Вот ты бы видел свое лицо, когда я это сделал. Да я офигел, конечно. Понял, понял. Ты был там, теперь здесь, что за магия телепортации? Блин, чавкает. Ладно, не страшно. А у тебя жизни вообще до хера стало? Ну я ж тебя украл. Блин, блин, нафиг. Дядя Федор, беги, беги. Ну давай драться. О-хо-хо, пули свистят прямо возле жопки. Опасно, дядя, аж он бьет бутылку. Да прекрати. Да, блин, погибни ты что-то. Да стал бегать, блядь. Опасно как вообще. Судьбы не убежишь, ты в курсе? Ты судьба моя, получается. Получается. Ты что, сейчас основал миллион фанфиков каких-то? Почему я попадаю от тебя в миллиметре? Мили-мили. Да перезарядись, дурила ты. Какая за хрень, посмотри. Оно не летит в тебя просто. И в тебя... На нафиг, ура! Победа, победа, победа! А, блядь! Я дозор, блядь! Перепутал их! Хорош! Тут ты дурак, что ли? Ты что там забыл? Перезарядись! На, победа! Мышь! Еще разок, блядь! Давай, еще разок. Давай, давай, выбирай. Что-нибудь, ну, паразитов, статик. Наверное. Танк, танк. Танк никогда не брал, вдруг это крутая штука. Возьму танк тогда, чё. Овер-повер, блядь. Да овер-повер. Ты так называется, овер-повер. Что это за хрень? А, мне теперь, блядь, подсказывает, когда б тебе можно... Давай. И как подсказки? Помогают? Ой, помогают, да, нормально. Молодец. Тащишь, тащишь, тащишь. Дима ящер. Тоже отбиваешь? На нафиг. Прикол, блядь, вот мы в прошлый раз играли, не отбивали, блядь, только вперед, ебать. Сейчас, блядь, стоим на блоках друг другу. Что это за хуйня? Не знаю, что это такое. Это война, как ты хотел, я пришел к тебе. Ты счастлив? Да. Теперь ты стреляешь сверху. Нет, вниз, я... как и хотел, все. Блять, ну это не на той карте, значит, получается. Бля, во-во-во, да, я беру. Уже долго-то перезаряжаюсь. Ой, ты меня напопадал уже. Пренеприятнейшая история. У меня функция какая-то долб***ай. Ура. Видишь, я прям вплотную от тебя.
Что это такое, я не понимаю. Она траекторию она тебе реально указывает. Стрельбу. Ну я что, прямо не смотрю, что ли? Ну, наверное, игра так и думает. А что это она про меня так думает, интересно? А вот как про тебя еще можно думать? Я умный мальчик. Ну это так мама твоя говорит. Ну, видимо, не очень умный. Да нет, ты красавчик на самом деле, ты очень умный. Кто мне, никто не говорит, блядь, ничего другого, только то, что я красавый. Вот, видишь, как мы хорошо играем с тобой. Просто команда ящеров. Да блядь. Блядь! Да что ты злишься, Дима? Еще хочу. Ой-ой-ой-ой-ой, что за... Отличное место. А, блядь, делать с тобой. Да хватит прыгать. Блядь, ну куда? У меня из тех суперспособностей прыгает, полоска какая-то еще. Мне это так неудобно, слышишь, еще вот отбивать, думать надо. А ты как хотел. Вперед, блядь, как в прошлый раз. Вот, ты отбил два моих попадания. В игры можно играть ровно один раз. До того момента, пока ты не... Это происходит драйвово, а дальше ты научаешься. Ты чё? Ты куда разогнался? Она как будто связывает нас с тобой. Не хочу я с тобой связываться никак. Спасибо, блядь. Пожалуйста. Придурок, придурок, еще раз придурок. Хорошо, хорошо! Пошло, блядь! А, это я проиграл. Да, хотя бы разик квантуметр, хотя бы разик надо. Да, ты сразу кабан чисто, блядь, туша. Жесть. Блядь, раскормили. Слышь, ну ты на продажу, ты понимаешь? О. Ты попал в меня, на хп не снял. У меня хп вообще не уходит. Смотри, я бью тебя, блядь, а это ни к чему просто. Трындец, я огромный, конечно. Можешь такому большому нормальное, блин, нормальное оружие? А я, кстати, ага, я понял, как это работает. О! Хорошо живешь. Да, блядь, мне очень да, хорошо. Блядь. Есть победа. Блядь, мне хотя бы разик выиграть. Ремови, это что? Нет, а, это управление такое. Патроном, возьми, это прикольная штука. Да я своим не могу патроном ты управлять. Ты издалека сможешь управлять. Сидеть далеко, как ты хотел, блядь, убивать мне меня. Мне кажется, ты меня заскамишь сейчас. Ну, немножко да. Ай. Видишь, а ты боялся. Блин, нафиг. Так, где ты там? О, хорошо. Блядь. Видишь, блядь, это пуля, ты уворачивайся. Так, где ты там? Погибни нафиг. Не вижу тебя. Я тебе ворую что-нибудь? Да. Ты долбанный стиллер. Есть. Сейчас вообще ничего не понимаю, что происходит. Вот что эта функция мне дает? Вот что, блядь, линия? Что мне дает? Ты ускорялся тогда люто. На правую кнопку нажать, может ты ко мне. Ай! У меня хп на дёнышке, блин. Ты сам себя попал вообще. Нормально, 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 нормально. Второй, у нас всего этот один полосыч разницы. Это ничего страшного. Абсолютно ко всему готов. Я неубиваемый, я тупо терминатор сейчас буду. Да, блять. Я управляю за патрон. Я держу патрон этот в управлении. Я понял, я именно на это и надеялся, что ты будешь отвлекаться на патрон и будешь сам лажать. А у меня будет много хп и у меня будет много шансов, то есть вообще дофига. Посмотри, какой я огромный. Посмотри, какой я огромный. Бить детей, квантумец. Димон, ну что такой большой, как ты думаешь? Блять, каши много ел с утра. Ты сам себя убил. Ебать, и патроны. Уйди, уйди, уйди ты. Я даже... Да, подожди. Тебе не интересно, что будет дальше? Нет.
Ну ты хуй! Отошел, блядь! Это просто люто орно. Победа! Да, я не успел! Это был раунд, с вами был Квантум. Спасибо за просмотр, не забывай про подписку на канал. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.